Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу, как легко сделать из пластиковой крышки классную так называемую муху, или как ее еще называют, пилу или бурмашинку. Нам понадобится одна крышка. С помощью разогретого гвоздя проделываем в ней две дырочки. Просовываем полученные отверстия в плотную нитку и завязываем на конце. Также можно снять пару контрольных колец с тех же самых бутылок, вывернуть их и украсить наше изобретение. Наша муха готова. Чтобы ее запустить, просовываем по два пальца с разных сторон и начинаем закручивать по часовой стрелке. После 15-20 закручиваний разводим руки в стороны, и все готово. Такая вот нехитрая, но классная штука. Конечно же, я на этом не остановился и решил сделать муху побольше. На этот раз взял крышку из-под 5-литровой баклажки и проделал с ней ту же самую операцию. Друзья, всем спасибо за просмотр. Если это видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи!